Мы матери молимся за это. Спасибо. Матвей Гонопольский, кому вы верите? Вот когда сейчас говорят, что это были оппозиционеры или это были провокаторы, вот, которые начали бить стекла? И... Как ни странно, победа Александра Григорьевича Лукашенко, которая, на мой взгляд, несомненна, тут, что бы мне ни говорили, это слишком сильные разрывы, какие бы фальсификации ни были. Абсолютно правильно. Вот это правда. Сейчас, одну секундочку. Это правда, реально. И вот тут удивительная вещь. Не стыкуется женщина, которую вырывают из машины, Верницкий, лежащий мордой в снегу, прошу прощения, понимаете, почему я говорю такие слова, и победные реляции, и... поздравление Александра Григорьевича и улыбка председателя гостелерадио. Давайте мы разделим мухи и котлеты. Ну, Александр Григорьевич, ну вы опытный человек, сколько? 18 лет, по-моему, уже. 16 лет. Вы опытный политик, вы хитрый лис, вы из России играете. Как воистину говорят, ласковые телятии, да, у двух маток сосет. Вы просто вообще всех покорили. Вы хотите быть цивилизованным президентом. Пожалуйста, ведите себя цивилизованно и уберите вашего председателя гостелерадио. Спасибо, это был Матвей Гонопольский. А, кстати, у меня вопрос. Нет, секунду, А скажите, Матвей Юрьевич, а вам не было сразу ведь очевидно, что, ну, Александр Григорьевич все равно переизберут. Поэтому оппозиция, наверное, пошла с 9 кандидатами. Но ведь ясно было, что дело не в итоге, а в процессе. Я знаю одну удивительную вещь. Когда Владимир Владимирович Путин, помните, была знаменитая история с Прохоровым, который, ну, потом перед ним извинились, помните, он в Куршевель повез там девушек каких-то, в общем, все это дело лопнуло и так далее. И я знаю, как Владимир Владимирович Путин пригласил одного олигарха, с которым у Прохорова был бизнес, сел перед ним вот так и сказал простую фразу: «Скажите, вам это надо? Нам это надо?» Так вот, я хочу спросить Александра Григорьевича Лукашенко, Халиб, которую бьют, кандидатов в президенты, которых бьют, корреспондентов, в том числе и иностранных, бьют. Вам это надо?